Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, доктор. Наточка, как ты выросла. А что за молодой человек у вас там на лестнице? Он наконец дождется, что я спущу его с лестницы. Это наконец невыносимо. Ох, ну тогда разрешите поздравить с законным разделить. Передайте, что свадьбы не будет, понятно? Что свадьбы сегодня не будет? Отменяется? Какая чепуха! А мне вот сейчас сказал Лишек, что свадьбы не будет. Он здесь стоит на лестнице. Нахал! И сволочь! Ну так что? Свадьба будет! Тогда разрешите поздравить. Наталья Викторовна. Станислав Александрович. Что ж это? Мама! Ох, как хорошо, что не отменили-то! А нельзя водка? Дорогая Наточка, Лившиц просил меня передать вам записку. Занятная история, видите ли, Сусаночка? Мама этих чудесных девочек родом из Одессы. Лившиц тоже из Одессы. Так ведь в этом и вся соль, Лившиц тоже из Одессы. А как жена-то вышла замуж за одессита? Поехала к бабушке, вернулась замужней женщиной. Саночке это не понравилось. Нате грозила прекрасная перспектива. Ага, Стасик Мархотский. У него большая комната. Лившиц, голодранец. Его профессия музыкант. А это диагноз? Исаак Миронович сказал Рите, что у него небольшая квартирка на Дерибасовской. Ну ты кто Одесса? А то Москва. Саночка долго шла до квартиры в Москве. Два замужества, две дочери, четыре обмена квартир. Лившиц, адюльтер. Так он же женился. Без благословения брак. Недействителен. Что-то нехорошо. Сусаночка! Сусаночка, ну сейчас будет перспективный. Доктор! Доктор! Я тоже хочу впрыскивать себе булидон. Мне можно? Он, знаете, нет. Но, в принципе, можно. Доктор, а вот я, допустим, член горкома писателей. Скажите, а как впрыскивание влияет на специфику творчества? Улучшает ли оно качество писательской продукции? Качество? Ну, знаете, определенно нет. Но вот количество, да, пожалуй, ведь amortus iscve non celantur. Любовь и кашель не скроешь, доктор? А при чем здесь это? Вы знаете латынь. Конечно, каждый уважающий себя человек знает латынь. А я вот не знаю. Риточка, вам можно. Товарищ, за стол! Мама, иностранец! Без иностранца! Ну, мам! Ну что, есть иностранец? Есть! Где он? На кухне. Как это неудобно. А, собственно говоря, что это у вас там за шум? Сейчас. Если кричат пароходы ночью, и если ночью кричат журавли, это то, чего еще не было, и как больно я тебя люблю. В ночь, которая предшествовала, в день, который пришел, Боже, во все дни и во все ночи я пребываю с тобой, и обращен к тебе.